Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть вашего вопроса, как мне кажется, здесь, ну, как-то вот немножечко не туда, да, ну, чуть-чуть немножко вы вот несколько не в ту сторону, да, чуть-чуть не в ту степь вы направили, скажем так, да, то есть как бы в основном вы описываете картину, которая нужна для психотерапевта, для клинических психологов, вот, для психиатров и психотерапевтов, вот, медицинских. Вот, но мы здесь, условно говоря, психологи. Вот, и поэтому мы не занимаемся медицинской стороной вопроса. Вот, и, соответственно, нам не так важно вот это вот то, что вы рассказали относительно своих препаратов. Вот. Меня, например, как психолога, в первую очередь интересует, вот вы пишете, случился первый раз, первый в жизни эпизод панических атак после употребления каннабиоидов. Вот. А как случилось, что вы их употребляли? Вот, и что конкретно вы имеете в виду, когда говоря, что, ну, что у вас панические атаки были, то есть что такое в данном случае паническая атака, да, что вы подразумеваете под паническая атака? Вот. Паническая атака вообще это реакция на какую-то угрозу, скажем так, да? Вот. Паническая атака — это реакция на определенную угрозу какую-то вам. Ну, вам, например вам. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, надо бы посмотреть, вот конкретно, что вы имеете в виду, говоря, у вас была паническая атака. С чем она, условно говоря, была связана, паническая атака? Чего-то испугалась вы? Чего-то там, не знаю, боялись вы? Опасались чего-то, может быть. Вот, с этим нужно выйти. Потому что, ну, вот. Так, как вы описываете, то вы не говорите про, ну, по сути, про суть проблемы. Проблема в том, что вы чего-то испугались. Испугались вы этого чего-то, ну, весьма сильно, я полагаю. Вот. А что бы там произошло у вас, что вы испугались? Вот, об этом вы ничего не пишите. Ну, опять же повторюсь, да, что паническая атака — это реакция психики на страх, вот эта реакция психики на определенную угрозу. Соответственно, вы эту самую определенную угрозу, вероятнее всего ощутили, да, из-за каких-то
событий в вашей жизни, из-за каких-то обстоятельств, из-за некого состояния, да, скажем так. Вот. И что-то произошло у вас потом, что-то произошло, что-то случилось. Вот. И все, что вы описываете, это уже следствие, но не первопричина. Понимаете, в чем дело? А нам важна именно первопричина. Нам важно понять, почему вы оказались в этом состоянии. Почему вы оказались в состоянии угрозы. Ну вот, по вашему мнению, да, вам что-то угрожало, по вашему мнению. Вот. Я не говорю, что вам ничего не угрожало, или что вы ошиблись, но как бы. Мне кажется, что нужно рассмотреть, да, поисследовать вот то, что именно вам конкретно угрожало и почему. Вот. Если вы там, условно говоря, на самом деле хотите в себя разобраться, да? Вот. Но момент в том, что вы вот спрашиваете, да? Точнее, вы не задаете вопрос. Вы просто говорите, помогите разобраться в ситуации. А в какой ситуации вам помочь разобраться? Вы хотите решить какую проблему? Вы хотите решить проблему панических атак, из-за которых все началось? Или вы хотите решить проблему своего состояния, которое у вас вот сейчас имеет место быть. Как бы я бы сказал, что это вот не совсем очевидно. С точки зрения вот психологии, с точки зрения психотерапии. Поэтому вам нужно, как мне кажется, определиться здесь. Вот. И в одном случае, при одном раскладе, вам понадобится, вероятно, то, что назвали, ну, то, что люди бы назвали лечением, да, вот. Ну, такое просто лечение, по сути. Вот. А с другой стороны, если вы хотите решить проблематику своего психологического именно состояния, да, то это все-таки немножко другое, как мне кажется. Вот. Это все-таки немножко про другое. То есть вот, ну, определитесь, пожалуйста, с тем, чего вы сами хотели бы. Определитесь, пожалуйста, с тем, что вам нужно вот самой. И тогда, я думаю, уже можно будет вам
помогать. Ты там. В основе всего лежит вот некий ваш конфликт, некая ваша ситуация, которая вот вам, ну, вот, силу ряда причин, да, вам эта ситуация, там, ну, грубо говоря, крайне, либо крайне, либо не очень тяжела. Вот. И условно говоря, от этого вам довольно плохо. Вот, так это для меня выглядит. Ну, с точки зрения психотерапии. Психологии. Вот. Такая вот история. На этом все. Я, в принципе, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, надеюсь, что вы получили что-то, ну, что-то новое, да, что-то интересное для себя, и надеюсь, что вот, какую-то там, условно говоря, там, обратную связь вы дадите, ну, хотя бы. Просто что было полезно, что было не полезно вам. Вот, что с чем согласны, с чем не согласны. Так, да, как бы, то есть, ну, вот, просто, ну, дадите, в общем, какую-то обратную связь, я надеюсь. Вот. А на этом давайте, наверное, закончим пока что. Я надеюсь, что помог вам. Вот. Я же хочу пожелать вам всего самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи. Я хочу пожелать вам разрешения вашей ситуации, вашей проблемы. Вот. И надеюсь, что у вас все будет хорошо, я надеюсь, что вы, ну, решите для себя вот то, как, я надеюсь, вы решите для себя то, как вы будете действовать, ну, в дальнейшем, да, как вы будете в дальнейшем решать эту проблему, с которой вы вот столкнулись. Вот. Всего вам доброго, удачи, будем на связи, обращайтесь за помощью.